Друзья, то, что вы тут видите, это пирожки с вишней. Одесская рецептура. Значит, София, давайте одесский рецепт. Миш, ну вы хотите, чтобы я уже все вам рассказала. Да, и надо убить. Но, София, а ведь люди же хотят сделать. Думаю, они даже еще запаха не чувствуют. Ладно. Берешь стакан сметаны. Так, это уже хорошее начало. 200 грамм масла. Масло растапливаешь. Все. 2 стакана муки, немножечко соды и 2 ложки водки. Ой, София, тут нельзя промахнуться. Водка дает мягкость тесту. Так. И делаешь тесто, потом кладешь его на 4 часа в холодильник, а потом просто раскатываешь и берешь вишню, которую, ну, здесь особой вишни нет, но в Трейдер Джо, в Костко, можно купить замороженную, которая вроде, как они говорят, из Канады настоящая. И делаешь пирожки. Все знают, что то, что из Канады, все мексиканское. Нет, Миша, это шучу, говорят канадские. Это шучу, я шучу. Значит, итак. И вот это сейчас как же он сверху, пробует. Чем вы его присыпали сверху? Я присыпала его, но не сахаром, потому что у нас есть люди, которым нельзя сахар. Да. Спешл тростниковым сахаром, который можно всем. Да вы что? Да, и даже вам. Это прям кубинским, санкционным. Чтобы никто не поправлялся, Гарри. Так. Хорошо, София, так будем здоровы, что называется.